А сегодня мы в гостях у коллектива бального танца «Джайв». Ребята недавно вернулись из города Белгорода, где выступали на фестивале и заняли второе место. Ребята готовы поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Здравствуйте всем. Расскажите, что это был за фестиваль? Чем вы занимались? Это был 4-й фестиваль аграрных вузов страны творческой молодежи в городе Первого Салюта, который проводит Министерство сельского хозяйства каждый год, и к нему готовятся все коллективы студенческого дворца культуры. Как долго вы добирались? Наверное, было очень тяжело? Ох, да, это было очень тяжело. Мы 3 дня ехали. Сначала туда мы ехали через Москву, обратно мы ехали на прямом. Но зато выспались, и то есть хорошее. Погуляли по Воронежу, по Москве, посмотрели достопримечательности. Да? Да-да. Наверное, были серьезные конкуренты. Расскажите, как вы заняли второе место? Конкурентов было большое количество. Это было, конечно, очень сложно, но я скажу, что мой коллектив большой молодец. Готовились они каждый день, начиная с начала года. И в конечном итоге я считаю, что второе место – это очень хороший показатель, это очень хорошая награда для нашего коллектива. Первое место заняли башкиры, но они были шикарны. Ребята, отлично. Я желаю вам удачи в дальнейших выступлениях, больших побед. А сейчас предлагаю вам показать, как проходит ваша репетиция. Давайте, хорошо, покажем. Без бла-бла. Все, поехали. Что вы ели? Роллтоны. А, бич-пакет. Ну что, давайте еще раз попробуем. Мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Понятно. Мы вас ждем. Приходите к нам.